пенсионный, так называемый пенсионный калькулятор. Что касается вашего поручения по поводу возможного продления срока выбора гражданами тарифа, который они направят в накопительную или в распределительную систему, мы этот вопрос также проработали, и за подписью заместителя председателя правительства Ольги Юрьевны Голодец мы вот несколько дней назад направили в ваш адрес доклад о том, что такое право выбора необходимо предоставить гражданам, по крайней мере, еще до 2015 года, имея в виду, что пенсионная формула и новые правила мы предполагаем ввести с 1 января 2015 именно года. И этот законопроект, в докладе мы написали, что мы его подготовим и внесем в Государственную Думу в июле, и такое право необходимо людям предоставить. Максим Юрьевич, на вашу долю, на долю Ольги Юрьевны досталась сложная проблема, ну и всех других членов правительства. Я, тем не менее, не могу не сделать небольшой экскурс в прошлое. Совсем недавно многие из вас говорили, не надо менять ничего, никакой формулы. Нужно вводить новую систему 4,2%. И так будет все хорошо. Тогда мы договорились, что мы все-таки, тем не менее, дадим время, год, на то, чтобы эта формула была разработана и новые правила введены с 1 января 2014 года. Теперь вы мне говорите, мы отреагировали на ваше поручение перенести срок введения этих правил на 2015 год. У меня не было такого поручения. Если вы сами считаете, что вы не готовы и нужно перенести на 2015 год, давайте это обсудим. Я, в принципе, исхожу из того, что если делать такой серьезный шаг, то он должен быть хорошо подготовлен, это правда. Но не надо только стрелку на меня переводить, что я вам дал какое-то поручение. Никакого поручения не давал. Я говорил о том, что если вы не готовы, то тогда скажите об этом. И прямо давайте с открытым забралом пообсуждаем эту действительно сложную проблему. Но только бесконечно затягивать невозможно. Вы уверены,